В общем, весь мой хитрый план основан на том, что им придется какое-то время штурмовать Харитон. Чем? От твоей пехоты, точнее, от твоей одной пехоты? Да, от моей одной пехоты. Шести отрядов. И рекончика. Что у тебя за пехота? Ну, которая способна убивать БТРы, блядь. Все, больше ничего не способна убивать. Конечно, круто, что вы способны убивать БТР, но... Это говно, да, типа того? Ну, типа, все зависит от запаникованности. Кого, блядь, пехоту? А, Валь, забирай командоску. Давай, погнали самолеты. Лети на Охе. На Охе. Тыкнул. Ой, ё. Слушай, ты все сбил, бля. Не, он... Небось, с командоской. Он сел, он сел. Да, по-моему, с командоской. Куда? Что-то лагает-то, блин, стос. Он сел, а это было не круто, слушай. Я буду сразу БТР на центр вызывать. Или команды, в смысле, командирские. Вызывай. Ну, по-моему, противники уже закончили. Играть? Угу. Погоди, тут еще Раши будет на меня. Они думают, что это, что они понимают, что происходит. На самом деле это не так. Да, по-моему, они себе закончили. Хороший план, по-моему, был. Блять, мы играем против дебилов, которые не взяли самолета. Угу. Ну они штурмуют мои позиции. Да ебись. Не знаю, я вызвал 3 истребителя, 2 из них живы. Значит, у меня командирка с БТРом застряла, просто пиздец, конечно, что. Пиздец, что. Короче, видел техника уже в Луганске, типа с крымскими флагами, ну типа с крымскими. Ну да, что-то такое видел, нечто непонятное, но в этом роде, да. Плюс концентрация войск за границу, ну в России возле границы дала, ну заставила отступить. Ну, ага, давайте. Знаешь, там непонятно, короче, наша это, не наша техника. Так, выгружаю командос. Все, плюс 100-500 стало сразу. Значит, непонятно. Да непонятно, наша, не наша. Тут вбросы какие появятся. Ну нахуй вброс, чё там, техника в 6 утра сегодня. Я не видел, я нормальных видосов не видел. Я видел несколько грузовиков с этими. Привет, худой Рен, блядь, пизда, да, дядя. Сейд. А? Там те, там баб. Все. Сделай так, рематч.
Ну, это, знаешь, они просто совсем другого уровня скилла. То есть они думают, что они играют, а на самом деле не так. Штурмует меня, короче. Помоги мне там их добить. Нахуй ты берешь мотострелков? А? Нахуй ты берешь мотострелков? Они все убивают. Они убивают очень быстро технику. Вот ЛВТПшки я спецназом бы не убил. Вот приехали ЛВТПшки. Как бы я их убил спецназом, а? Скажи мне. А так я их убил. Вот смотри, здесь что происходит, да? Куча пехоты. Она убьет, они говно, да. Но как бы... Не за РПГ 7. Да, из РПГ-7. Ну, не понимаешь, что они как бы, ну, проиграли. В любом раскладе. Ставь командирку, чтобы у нас плюс миллион стал. Конкурсы есть? Нету. Я вызвал БМПТ и стрелу 10 на всякий случай. Прикинь, они свои воюют, убивают меня. Вызови ВПшку. Зачем? Ну, расстрелять технику. А, вот это? Да там ПВО не будет. Ну эти лучше Ми 4 вызовем парочку. Ну там ох есть. Да ох-то один не страшен. Рейдлил. Бля, чего он одно и то же повторяет 5 раз? Я все понял. Да, он нажал... Он говорит по-русски. Ну, они как-то сливаются, короче. Ну, Q7 говно ебучее. Q7 говно ебучее, этот ебаный кроталь. Ой, блядь, посмотрел на Харитон, подумал, что это моя база захвачена. Так ты хотя бы мосты там просвечивал. Зачем? Ну там, блядь, вдруг сейчас проедет какая-то ебучая там армия. А у тебя там одно БМП-3. Понимаешь, что БМП-3 лучше круто? Где там БМП-3 у меня? БРДМ-3. Ну? Ну, БРДМ-3. А, ну да, кстати, надо. Да я хотел тут что-то заказать, но все как-то было, знаешь, не до того.
БРДМ-3, 2 БТРа. Ебать, меня убить невозможно. Да не, я не буду в засвете, я их буду убивать в воздух. У меня еще рядом вон есть эти... Милые. Ну ты понимаешь, да, что они не проедут, потому что они не хотят этого делать. Ну, блядь, если бы хотели. Если бы они хотели, то я бы что-то делал. Там же видно по стилю игры, да, что у него была куча пехоты, и она вся слилась в городе об моих мотострелков. Дорогая пехота, кстати, слилась. Непонятно зачем. Ну хуй с ними, блядь. Вот смотри, атака пошла. А ему здесь СП? Ну да, потому что чем еще атаковать? Одним БТРом. Ой, как хорошо, что предки съебали, а, ёбаный стос. Просто, блядь, охуительно. Все, там, можешь спать и допоздна, может... Блядь, я проснулся час назад. Там спать бы поздно. Ой, там где-то что-то плывет. Все стоит. Гениальная атака по морю. Сука, заебал, да? Да, выходи, блядь. Ой, он, по-моему, не русский просто. Эва? Да. Это француз. Ну, я понимаю, но он, видимо, даже совсем не... Ну, в смысле, совсем английский не знает, поэтому... Перенервничал.